Решил себя попробовать в новой теме – чат-рулетки. Смысл таков, короче, я нахожу трех, попытаюсь найти трех человек. Если они мне позвонят на мой номер телефона, то я им в ответку скину 100 рублей троим человекам. Ну, одному 100, второму 100, третьему 100. Но с условием, что они мне должны позвонить, и мы прям будем болтать по телефону, короче, и в чат-рулетке хочу попробовать. Посмотрим, что из этого получится. Накидываем пальчики вверх. Привет-привет, меня слышно? Ну да, слышно. Чё, как дела? Нормально. Чё здесь делаешь? Так время свободное проводишь? Понятно. Чё, как настроение? Я переключу, ладно? А чё так? Почему? Ну... Подожди, не переключай, я очень хочу спросить. Давай. Смотри. В общем, у меня есть предложение одно. Нет. Вот. Нет, ты подожди, я ничего не это, все это нормально, вот. Смотри, ты мне звонишь на мой номер телефона, а я тебе в ответ сделаю подарок. И то есть смотри, то есть мы с тобой болтаем, короче, по телефону, и здесь и в чат рулетки, короче, вот. Я тебя потом беспокоить не буду, а? А подарок 1 миллион долларов? Увидишь. Ну, не. А чё? Ну, какой подарок, скажи? What the hell are you? Ну, это секрет. Раз расскажешь, тогда отдам. Нет. Блин, тебе реально он понравится, я думаю. Ну, я переключаю, прости. Ты не хочешь подарок? Нет. Я тебе серьезно говорю, я тебе на честном слове. Ну, фотографии голой письки. Фу, как некультурно. Ты чё, я не такой вообще? Ну а что за подарок? Да я не про подарок даже, а про твою фантазию. Хороший будет подарок. Мы просто поболтаем, и я прям после того, как мы с тобой поболтаем, положим трубочку, да? И через минуту я тебе сделаю хороший прям подарок. Ну это будет плохой подарок, поэтому нет. Пока. Нет, я тебе... Блин. Мужики, здорово. Здорово, мужик. Чё, как дела? Хуёво, денег нет. О, вы по теме как раз. Слушайте, у меня для вас есть предложение. Так. В общем. Смотрите, одна идея. Вы мне звоните на мой номер телефона. Мы с вами прям болтаем. В прямом эфире здесь вот и по телефону, короче. Я кладу трубку, и я вам делаю подарок хороший. Я думаю, вам понравится. А давай, сначала ты нам скидываешь, потом тебе звонишь. Не, погоди, что-то интересное. Это что за хуйня вот это? Это нормально, это ничего не разводило. Интересно, что за подарок? Ну-ка, давай рискнем. Ежели что, я его найду потом. Ты недооцениваешь мою мощь! То есть, соответственно, я с другого телефона. Просто я с телефона сижу. Да, ну неважно. Самое главное, чтобы мы в прямом эфире и по телефону болтали, слышали еще друг друга. А у тебя связь какая, братан? Билайн. О, вообще ништяк, давай. Так, 8-964. Да. Запомни, 8, я 8, тебя найду, 9. Блядь, если что-то сейчас. Да. Просто я знаю, что снимать... 4109. Подожди, дальше. Я просто знаю, что чат-рулетку снимать нельзя, там 200 с чем-то, 40 часов, о. Ладно. Алло. Ну все, ладно, сейчас я кину, короче, тебе на телефон 100 рублей. Не, стой, а можешь на карту скинуть? На какую карту? Где сейчас. Ну все, я кладу. Давай, я скину. Сейчас. 100 рублей я обещал. А в чем прикол? Ты мне можешь вообще объяснить? Нет, не могу объяснить. Ничего не пойму, в чем прикол, блядь. Нормально все. Держи карту. А, вот, ты скинул, карту, да, это что такое, это Сбербанк? Я не знаю, может быть комиссия будет, но я сотку вот вам отправляю. Вот, смотрите. Угу, все, вижу. Фигня. Вот. А что вы тут делаете? Просто это, болтаете что ли?
Чё болтаем, блин? Денег нет, а у меня сегодня день рождения, я поэтому... А, ну вот тебе небольшая такая премия. Да чё-то прямо интересно. Чё, сколько исполнилось? 23. О, нифига себе, блин, такой взрослый уже. А мне 16. Ни хрена себе. Да. С чего бы вдруг тебе 16? Мы тебе так-то не скажешь. Я в 10 лет выглядел на 18-17 лет. Эх, блядь, ни хера себе. Все, ну ладно, все, удачи вам. Счастливо. Давай, счастливо. Давай. Алло, привет. 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 Че, как дела? Отлично. Тебя как? У меня тоже хорошо. Че, гуляете? Это че, ноги у него? Где? Нет, это кресло такое. Да-да-да. Смотрите, девчонки, у меня к вам есть одно предложение. Вы меня слышите? Да-да, конечно. Смотри, у меня есть одно интересное предложение. Смотри, я тебе даю свой номер телефона, ты мне звонишь. Нет, вот твоя вторая подруга звонит мне, да. Ну, прям буквально секунд там 10-15. Обещаю, телефон беспокоить не буду. И после этого, когда мы положим трубочки, я сделаю подарок. Вот. Давай быстрее звони. Звони, ну, я сказала. Сорян, братан, она не ломается. Нет, я серьезно говорю, подарок хороший. Он нам сделает подарок. Да. Вот неважно, какой главный хороший подарок. Я он думаю, может вам он понравится. Даже. Давай, нам понравится. Да. Неважно какой, звони быстрее. Ну, она с мужиком разговаривает, ей сейчас падло да вообще-то бросить. Буквально прям там 30 секунд просто поболтаем. 10 секунд. Нахуй мне нужен? Я подарок вам сделаю, все серьезно говорю, понравится. Да мне ты познакомилась, Здорово, братан. Здорово, здорово, чё как дела? Мы сидим, отдыхаем, на тебя смотрим, ты случайно на ютубе? А, нет, а я смотрю на вас. Ребят, слушайте, у меня к вам есть одно хорошее предложение. Хорошо, мы вас слушаем. Смотри, я даю тебе или твоему другу, допустим, номер свой номер телефона. Я кладу трубку, я делаю вам хороший подарок. Я уже тебя понял, красавчик, я уже тебя понял. Все, я сделаю вам хороший подарок, ребят. А? Нет, ты хакер, ну ты нет, хакер, ну ты молодец. Нет, без всякого, я прям на честном слове, ты что, честно говорю? Не, короче, молодец, мы тебя снимаем, ну случайно, если мы в YouTube плачем, то ты не переживай, ты не против? Не, я не против, ну давай, ребят, не хотите? Ладно, браток, береги себя, мы уже тебя понял, ладно, давай, счастливо. Привет. Привет, привет. Что-то он прячется под одеялом, бля. Ой, я не могу. Здорово. Здорово. Че, как дела? Нормально, как у тебя? У меня тоже все хорошо. Че делать? Сидеть тут, на улице. Холодно? А ты что делаешь? Да нет, так себе, просто. Прохладно. Прохладно. Ребят, у меня есть для вас одно предложение. Сказать какое? Смотрите. Вот. И после того, как мы с вами поболтаем, я вам хороший подарок сделаю. Нормальный подарок. Какой подарок? А это вот секрет. Это вот. После того, как поболтаем. Ля ты крыса. Смотри, я тебе говорю, поболтаем, положим, и я все сделаю вам. Либо, если не хотите, как хотите. Но я честно вам либо говорю. Либо он твои телефоны забрал, денег все, короче. Нет, да? Финансовый вам сделаю подарок. Больше я не скажу. Немного. Примерно. Нормально. Нет, ты уже наглеть начинаешь. Я тебе сказал. Вы хотите, либо смотрите, я сейчас найду других. Другим сделаю. Мне надо еще двум людям сделать. Одному скажи я уже сделал. А? Скажи номер. Еще раз скажи. Напиши хотя бы, братан, если вариант. Звоним.
Мне аж прям любопытно стало, да. Очень даже. Не, ты не подумай, там из-за денег. Во, всё звонит. Просто... Так. Алло. Скажите. Да, да. Все, можно класть трубку. Все, можно класть? Ну чё, да? Я тебе вот на этот номер телефона сейчас 100 рублей закину. Ой, спасибо тебе. Все, спасибо, братан. Подожди, подожди, только не бросайте, а это. Сейчас я закину сначала. О, смотрите. Ты пацану с грех сделал, брат, от души. И нам хорошо, ему хорошо, всем хорошо. Все, брат, от удачи, души, брат. Удачи, спасибо тебе. Это прям как-то слишком легко. Я думал, они не будут давать свои номера. Здорово. Привет. Что делаешь? Сижу с сестрой, смотрю, разговариваю. На тебя. А, на меня? О, привет тебе тоже тогда, сестра. Здорово. У меня к тебе есть одно предложение. Готов услышать? Да, слушаю. Я вам скину свой номер телефона. Вот. Я кладу трубку, я вам и я ей сделаю хороший подарок, получается. Чего? Какой? Увидишь. Это правда будет, ну, нормальный подарок. Так, ну у твоей сестры есть сотовый, да? У нее. Вот, мы через нее сидим. А вот твой, а твой сотовый? Мой сотовый здесь. Повредился. Ага. Нормально. Лучше и не скажешь. Не дай бог, в какую-нибудь дурку сейчас позвоню. Но это не точно. Погоди, минуту. Давай я. Артём, это ты? Да. Скажи ещё что-нибудь. Так, я. Слышишь себя, свой голос? Да, слышу. Ну все, ладно. Все, клади трубку. Я тебе сейчас на номер телефона 100 рублей закину. Вот на этом. Спасибо большое. Вот, смотри. Ты мне можешь по номеру телефона косарь перевести. Да что ты говоришь, моя хорошая? Ну ты же не захотела мне звонить, видишь? Твой братик позвонил. А я позвонил. Тебе позвонила. Мой телефон занят. Тю-тю. На минуточку. Тю-тю, все. Все пришло. Пришло, да? Все. Да. Ну все, ребят, спасибо. Спасибо большое. Что согласились. Вот. Спасибо хорошо, большое. Хорошо, спасибо. Все, счастливо. Удачи вам. Да, тебе спасибо, давай.